Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодняшняя наша программа направлена на формирование талии и укрепление мышц пресса. Начнем с разминки. Поставьте стопы чуть шире плеч, сделайте вдох, потянитесь за руками вверх. С выдохом опускаем руки через стороны вниз. Еще вдох, а выдох. Еще чуть свободнее и шире, вытягивая себя за руками вверх. Плавно вниз и еще разок. А вдох, а выдох. Наклон головы в правую сторону, а в левую. Разминаем мышцы шеи. Еще 4, 3, 2. Теперь добавим наклон головы вперед и вверх. Голову назад не запрокидываем. Еще немного. Остались в центре. Добавляем круговые движения плечами вперед. Амплитуду старайтесь сделать чуть больше. Все движения плавные. Еще 2. Теперь направление меняем, добавляем круговые движения от себя. Раскрываем плечи, раскрываем грудную клетку, амплитуду стараемся сделать чуть больше. Еще разок. Добавим наклон в сторону, вытягиваем себя за кончиками пальцев, растягиваем боковые мышцы. Вытягиваем, удлиняем себя, растягиваем мышцы спины. Плавно вниз. Еще. Еще 2. Остались в центре. Сделайте круг плечами назад и вниз. И добавим с вами открытый шаг. Open step. Вес тела переносим на правую ногу и на левую. На правую и на левую. Плавно вниз. Добавьте руки в стороны. Потянитесь пальцами к разным стенам. Опустите плечи вниз. И теперь добавим поворот корпуса. Вытягиваем себя за правой рукой и за левой. Еще 4. 3. 2. Дальше добавим круг рукой. Круг. Круг. Вращаем руку в плечевом суставе. Все движения плавные, мягкие, без рывков. Еще 4, 3, 2. И приставной шаг, степ-тач. Руки скрещиваем перед собой, перекрест рук каждый раз меняем. Колени мягкие и чуть согнутые. Еще 4, 3, 2. Добавим захлест, кёл. Нога идет назад, пятка к ягодице. Руки работают. Еще 4, 3, 2, и по 2 захлеста, дабл кёл, 2 правой ногой и 2 левой. Еще 4 раза. 3, еще 2, еще разок. И добавим с вами колено вверх, в сторону и вверх, а вверх. И поворот корпуса, скручиваем себя в талии и стараемся соединить локоть и колено. Еще 4, 3, 2. Чуть изменим. Добавим 2 колена вверх. По 2. 2. Скручиваем себя. Корпус держим ровно и тянемся за макушкой вверх. Еще 4. 3. 2. И еще разок. А теперь чуть поизменим. Чередуем одно колено, одно и сразу 2. Еще одно. Одно. 2. И еще 2 раза. Поднимаем колено в сторону и вверх. Чуть выше, чуть свободнее, интенсивнее. И начнем сначала шаг open step. Вытягиваем себя за рукой. Еще 4, 3, 2. Добавим круг рукой. Круг. Чуть шире, чуть свободнее. Еще 4, 3, 2. И step touch, приставной шаг. Руки скрещиваем, перекрест рук каждый раз меняем. Корпус держим, грудная клетка, плечи раскрыты. И захлест, кёл. Нога назад, пятка к ягодице. Еще 4, 3, 2. По 2 захлеста, дабл кёл. 2. Еще 2 раза. И дальше у нас колено. Чередуем 1, 1 и 2. Корпус скручиваем в талии. И еще разок. 1, 1, 2. И сначала open step за рукой вперед. Оставляем все по 4. Круг рукой. 4, 3, 2. Степ-тач. Руки разводим в стороны и скрещиваем. Захлёст. Кёл. По 2. Дабл-кёл. 2. Нога назад. И колено вверх. 1. 1. И сразу 2. Еще раз. Начинаем сначала все по 2. За рукой вперед и круг рукой. Приставной шаг. 2. Захлёст. Кёл.
Сразу два. Два. И колено. Нет. Одно. Одно. Два. Open step. За рукой вытягиваем себя вперед. И круг. Step touch. Кел. По два захлеста. Два. Два. Колено вверх. Одно. Одно. Два. Open step. За рукой вперед. Вытягиваем себя за кончиками пальцев. Круг рукой. Step touch. Кел. Сразу два. Еще. И колено вверх. Чуть выше. По два. И еще разок. За рукой вперед. Круг рукой. Step touch. Кел. Double кел. Два захлеста. Два. И колено вверх. Вверх. Шаг. Open step. Open step. И две руки свободно вниз. Две вниз. Еще четыре. Три. Два. Вес тела переносим плавно на левую ногу и на правую. Плавно вниз, а вниз. Опускаемся чуть ниже. Ладонь касается пола. Остались на левой ноге. Ладонь на полу. Плавно пружиним вниз. Мягко вниз. Растягиваем мышцы ног. Еще четыре. Три. Два. Корпус разворачиваем. Мягко опускаемся вниз. Отведите пятку чуть-чуть назад. Мягко пружиним вниз. Еще четыре. Три. Два. Теперь ногу аккуратно выпрямляем. Подтягиваем вторую чуть ближе к себе. И с прямой спиной опускаемся вниз. Вытягиваем себя вдоль ноги. Вперед и вниз. Поднимаемся за макушкой вверх. Вернулись в центр. Сделали круг плечами назад и вниз. Вес тела переносим на правую ногу и на левую. А вниз? А вниз. Чуть ниже. Ладонь касается пола. Остаемся на правой ноге и мягко опускаемся чуть ниже. Мягко пружиним вниз. Еще четыре. Три. Два. Корпус разворачиваем. Ногу отводим чуть дальше назад. И опускаемся ниже к полу. Все плавными движениями. Еще четыре. Три. Два. Ногу аккуратно выпрямляем. Подтягиваем вторую чуть ближе к себе. И с прямой спиной опускаемся вниз. Вытягиваем себя вдоль ноги. Животом тянемся к бедру. Растягиваем заднюю поверхность бедра и мышцы спины. Поднимаемся за макушкой вверх. Развернулись в центр. Сделали вдох. А выдох. Круг плечами назад и вниз. На этом наша разминка окончена. Переходим к основной части занятия. И теперь мы переходим к проработке области талии. Поставьте стопы шире, пальцы ног направьте вперед. Таз зафиксируйте, как будто его двумя гвоздиками прикрутили, так чтобы он у вас не крутился в стороны. Руки отводим назад за голову, плечи расслабляем, опускаем вниз, за макушкой тянемся вверх. Из этого положения корпус скручиваем в сторону и в центр. В сторону меняем, в центр. А выдох. И на вдохе вытягиваем себя за макушкой вверх. Постарайтесь таз зафиксировать на одном месте, чтобы он у вас не скручивался. Скручиваем себя от талии. Плечи не напрягаем, к ушам их не тянем, плечи внизу. Не забывайте про дыхание и чувствуйте свои мышцы. Косые мышцы пресса и мышцы спины. Еще два. И еще разок. Остались в центре. Руки разводим в стороны. Лопатки направляем вниз к талии. Мышцы живота потянули. На два счета корпус скручиваем. Возвращаемся в центр. На два в другую сторону. И в центр. Постарайтесь таз зафиксировать. Работаем только в области талии. За макушкой постоянно тянемся вверх. Дыхание не задерживаем. При скручивании делаем выдох. Тело стараемся контролировать, не перенапрягать его. Раскрытые плечи, раскрытая грудная клетка. За макушкой тянемся вверх. И чувствуйте рабочие мышцы. Все свое внимание концентрируйте на мышцах. Еще два. И еще раз. Вернулись в центр. Кладем правую руку за голову, левую опускаем вниз. Делаем наклон вниз и возвращаемся в центр. Пальцами тянемся к полу, опускаемся четко в сторону. Старайтесь вперед не наклоняться. Корпус идет четко в сторону. Возвращаясь в центр, выравниваем себя за макушкой вверх. Словно вы сжимаете пружину в левом боку. Дыхание не задерживаем, дышим. Таз стараемся не смещать, фиксируем его на одном месте. Еще два. Возвращаемся в центр, в сторону меняем. Делаем наклон за правой рукой вниз.
Опускаемся четко в сторону, плечи и шею не напрягая. Всю работу направьте на область талии. Еще 4, 3, 2, и еще раз. Вернулись в центр, руки отводим назад за спину, плечи раскрыли, мышцы живота потянули, делаем наклон вперед и поднимаем сверх. Вдох и с выдохом за макушкой вверх. Плечи, грудную клетку раскрываем. Укрепляем нижнюю часть спины, которая у нас также входит в формирование области талии. Еще 4, 3, 2, и еще раз. Вернемся в центр и сделаем еще один подход. Руки в стороны, отводим их за голову, плечи опускаем вниз, вытягиваем себя за макушкой вверх. Мышцы живота потянули, живот удлинили, вытянули, грудную клетку, плечи раскрыли. Корпус скручиваем в сторону и в центр. Выдох, вдох. Не забывайте фиксировать таз. Таз у нас находится в одном месте в центре. Вытягиваем себя за макушкой вверх. Дыхание не задерживаем, дышим. Еще 4, 3, 2, еще раз. Руки разводим в стороны, добавляем по две пружины в одну сторону и в другую. Скручиваем себя от талии. Таз стараемся не смещать. Вытягиваем себя за макушкой вверх. Еще 8 раз. Выдохом скручиваем себя. Вернулись в центр. Кладем ладонь за голову, руку опускаем вниз, наклон в сторону. Четко в сторону. Стараемся пальцем дотянуться до пола, до стоп. При этом плечи свободные, шея свободная. Возвращаясь в центр, выравниваем себя, тянемся за макушкой вверх. Еще 4. 3. Еще раз. В сторону меняем, наклон за правую руку вниз. Еще немного, четко в сторону, пальцами тянемся к полу. Мышцы живота подтянуты, живот и спину держим, как в корсете. Вернулись в центр, руки отводим назад за спину, плечи раскрыли, грудную клетку раскрыли, мышцы живота потянули. Наклон вперед и плавно вверх. С выдохом вверх. Выдох. Чувствуйте свои мышцы и контролируйте тело. Еще 4. 3. 2. Остались в центре. Сделали круг плечами назад, вниз. И еще один. Назад. Вниз. Теперь мы с вами опускаемся на коврик и продолжаем дальше прорабатывать мышцы пресса. Согните ноги в коленях, поставьте их на ширине плеч. С круглой спиной аккуратно опускаемся вниз. Ладони кладем вдоль тела, плечи опускаем вниз, шею удлиняем, за макушкой тянемся к стене. Согните ноги под углом 90 градусов, соедините колени и стопы вместе. Движение начнем с нижней части живота. На два счета подтягиваем колени к себе. Стараемся оторвать таз от пола. На два опускаемся вниз. С выдохом ноги вверх. Наверху стараемся чуть задержаться. На усилии делайте выдох. Старайтесь не забирать напряжение в плечи и в шею. Они у вас свободные, шея удлиненная. Все движение с нижней части живота. Таз стараемся оторвать от пола. И наверху мышцы немного зафиксировать. Все свое внимание переключите на работающие мышцы. С выдохом подтягиваем колени к груди. И в последней точке верхней ноги стараемся чуть зафиксировать, чтобы у вас мышцы чувствовали работу и лучше прорабатывались. Снимайте все напряжение с плеч и шеи и перебрасывайте их на мышцы пресса. Еще два раза. Нижнюю часть живота потянули и таз немного отрываем от пола. Остались в центре. Теперь поднимаем прямые ноги вверх. Разворачиваем стопы в потолок.
Свободные плечи опущены вниз. Нижнюю часть живота потянули. На два счета плавно опускаем ноги вниз. На два плавно поднимаем вверх. Ноги опускайте на комфортную для себя высоту, так чтобы у вас поясница не перенапрягалась. Старайтесь чувствовать мышцы пресса, а не мышцы спины. Плечи у вас полностью свободные. Тело старайтесь контролировать. Раскрытая грудная клетка, свободная шея. И все движение у вас идет с нижней части живота. С выдохом поднимаем ногу вверх. Выдох мы делаем на усилие. И плавно вверх. Еще. Дыхание не задерживаем, дышим. Постарайтесь как бы поделить свое тело пополам. Верхняя часть у вас свободная, раскрытая. Все напряжение вы переносите на нижнюю часть живота. Еще два. С выдохом вверх. И еще раз. Остались в центре. Плечи свободны, шею удлиняем, вытягиваем, живот подобрали. Теперь отрываем таз от пола, скручиваем его в левую сторону. Поднимаемся вверх, возвращаемся в центр. С выдохом вверх и вправо, и в центр. Старайтесь на верхней точке немного задержаться, чтобы у вас мышцы чувствовали работу и лучше прорабатывали. Если вам сложно таз скручивать, вы поднимаете стопы только вверх, не скручивая таз. Постепенно, по мере того, как ваши мышцы будут становиться более крепкими и сильными, вы будете нагрузочку немного усиливать, добавляя скручивание таза в одну и в другую сторону. Все напряжение в нижней части живота. Дыхание не задерживаем, дышим. Еще четыре. Три. Два. И еще раз. Остались в центре. Теперь согните ноги в коленях под углом 90 градусов. Руки разведите в стороны. Плечи опустите вниз, лопатки направьте к талии. Мышцы живота подтягиваем, шею удлиняем, за макушкой тянемся к стене. Из этого положения колени опускаем в одну сторону, с выдохом возвращаем их в центр, а в другую, и с выдохом в центр. Опуская колени на пол, старайтесь, чтобы у вас плечи не отрывались от пола. Плечи у вас прижаты к полу. И на выдохе вы мышцы живота подтягиваете, поднимаете себя косыми мышцами пресса. С выдохом вверх. Ноги опускаете на комфортную для себя высоту, так чтобы вы чувствовали работу мышц пресса. С выдохом вверх. И не чувствовали напряжения в плечах и в шее, в верхней части спины. Старайтесь чувствовать мышцы, над которыми вы работаете. С выдохом вверх. Шею удлиняем, за макушкой тянемся к стене. Мышцы живота подтянули. И с выдохом возвращаем ноги в центр, а в другую. И плавно поднимаемся вверх. Ноги опускаем на комфортную для себя высоту, чтобы вы чувствовали работу мышц пресса, а не спину и плечи. Старайтесь, чтобы у вас плечи не отрывались от пола, плечи прижаты к полу. На выдохе подтягиваем живот, напрягаем мышцы пресса и поднимаем ноги вверх. Старайтесь все внимание свое сконцентрировать на рабочих мышцах. Дыхание не задерживаем, и на усилии при подъеме ног мы делаем выдох. Остались в центре. Опускаем стопы вниз. Ставим ноги на ширине плеч. Соединяем пальцы вместе. Плечи опускаем. Шею удлиняем, за макушкой тянемся к стене. Из этого положения с выдохом поднимаемся вверх. Тянемся ладонями над коленом. Плечо в сторону от колена. И опускаемся вниз. С выдохом на другой ноге. И на вдохе плавно вниз. Наверху старайтесь чуть-чуть задержаться, чтобы у вас мышцы пресса чувствовали работу. И вниз. При этом не напрягайте шею и плечи. И физически, и мысленно всю работу перенесите на область пресса. С выдохом плавно вверх. В верхней точке стараемся чуть задержаться.
ладонью тянемся над коленом, чуть в сторону от колена. С выдохом поднимаемся вверх. Шея, плечи свободные, мышцы живота подтянули. И еще 4. 3. 2. Опускаемся вниз. Кладем правую ногу на колено. Левую ладонь кладем за голову. И правую руку кладем на левую сторону тела, так чтобы вы чувствовали мышцы. Из этого положения расслабьте плечи, опустите их вниз. На два счета мы корпус скручиваем, поднимаемся вверх. На два плавно опускаемся вниз. Плечом тянемся к колену. И наверху стараемся чуть задержаться. Не тащите голову руками вперед. Локоть отводим в сторону. Ладонью чувствуете мышцы, косые мышцы пресса, за счет которых вы поднимаетесь и скручиваете корпус. Наверху старайтесь чуть задержаться. С выдохом плавно поднимаемся вверх и на вдохе вниз. Шею и плечи не напрягаем. А теперь попробуем чуть быстрее, 8 раз. Акцент делаем на подъем вверх. Вверх. Стараемся до конца на пол не опускаться. Мышцы пресса постоянно держим напряжение. Еще 4. 3. 2. Еще раз. Опускаемся вниз. Сторону меняем. Кладем левую ногу на колено. Правую руку отводим в сторону. И левую ладонь кладем на правую сторону тела. Так, чтобы вы чувствовали работу косых мышц пресса. На два счета корпус скручиваем. Поднимаемся вверх. На два опускаемся вниз. С выдохом вверх. И верхние точки старайтесь чуть-чуть задержаться и прочувствовать работу мышц. На усилии делаем выдох. Шею и плечи не напрягаем. Вы поднимаете, удерживаете себя только мышцами пресса. И еще 4. С выдохом вверх. Все внимание на работающих мышцах. Ладони, мышцы свои чувствуете. Еще раз медленно. А теперь чуть быстрее на каждый счет. Акцент делаем на подъем вверх. Мышцы пресса постоянно держим напряжение. Шею и плечи не напрягаем. Еще 4. 3. Плечом тянемся к колену. 2. И еще раз. Опускаемся плавно вниз. Ставим стопы на пол, ноги на ширине плеч. Кладем руки за голову, при этом пальцы с головой не сцепляем. Руки таким образом кладем. Локти направляем в стороны. Подбородок к груди не прижимаем. Расстояние от подбородка до грудной клетки в один кулак. Плечи опускаем вниз. Из этого положения корпус скручиваем, плавно поднимаемся вверх. И плавно опускаемся вниз. С выдохом вверх. И на вдохе вниз. Старайтесь верхние точки немного задержаться, чтобы у вас мышцы пресса прорабатывались и чувствовали работу. Не тяните голову руками вперед, иначе у вас будет напрягаться шея и будет работать спина. Локти в стороны, корпус скручиваем и плавно вниз. Контролируйте постановку стоп, чтобы у вас колени вместе не сводились. Ноги у вас словно подтянуты лентами. На два счета плавно вверх и чуть вниз. Еще раз медленно. А теперь чуть быстрее, на каждый счет, плавно вверх. Акцент делаем на подъем вверх. Мышцы пресса постоянно держим напряжение. Еще 4, 3, 2, и еще раз. Опускаемся вниз. Теперь соединяем колени и стопы вместе. Кладем колени в сторону. Плечи опускаем вниз, мышцы живота подтянули. Из этого положения поднимаемся вверх, плечи тянем в центр и опускаемся вниз. С выдохом вверх. Наверху чуть задержались и плавно вниз. Работают прямые и косые мышцы пресса. Дыхание не задерживаем, дышим. Стараемся все напряжение с плеч, со спины, шеи снять и перебросить на область пресса. И чуть быстрее, 8 раз. Акцент делаем на подъем вверх. Вверх. Стараемся до конца на пол не опускаться. Мышцы пресса постоянно держим напряжение. Еще 4, 3, 2, опускаемся вниз, возвращаем стопы в центр, колени кладем в другую сторону,
Расслабили плечи, шею удлинили. Мышцы живота подтягиваем. На два счета корпус скручиваем. На два опускаемся вниз. С выдохом вверх. Наверху чуть задержались. Мышцы свои почувствовали, почувствовали их работу. И плавно опускаетесь вниз. Шею и плечи не напрягаем. Подбородок груди не прижимаем. И чуть вниз. Голову руками вперед не тащите. Не переносите всю работу на спину и на плечи. Еще раз медленно. Наверху старайтесь на пару секунд задержаться. И чуть быстрее. 8 раз. Стараемся до конца на пол не опускаться. Всю работу переправьте на область пресса. Опускаемся вниз. Разворачиваемся в центр. Поднимаем прямые ноги вверх. Руки ставим перед собой. Плечи назад и вниз. Мышцы живота потянули. На два счета поднимаемся вверх. На два плавно опускаемся вниз. Тянитесь ладонями к стопам и плавно вниз. Наверху чуть задержались. Мышцы свои прочувствовали, зафиксировали тело. И плавно вниз. Еще 4. А вверх. И чуть вниз. На усилие делайте выдох. Дыхание не задерживайте. Шею и плечи не напрягайте. А теперь чуть быстрее акцент делаем на подъем вверх. А вверх. С выдохом вверх. Еще 4. 3. 2. Отлично. Опускаемся вниз. Потянули колени к себе. Обхватили ноги руками. Плечи расслабили. Опустили вниз. Шею удлинили, вытянули. Отдохнули в этом положении. Опускаем стопы вниз, обхватываем одну ногу под коленом, аккуратно поднимаемся наверх, переворачиваемся на живот. И теперь мы с вами растягиваем мышцы пресса. Сделайте упор на ладони, плечи максимально вниз, позвоночник от копчика до макушки вытянули, удлинили. Делаем вдох и с выдохом вытягиваем себя вперед и вниз, и вверх. Растягиваем мышцы пресса, плечи к ушам не прижимайте, плечи у вас опущены вниз. Немного задержались в этом положении, почувствовали, как растягиваются мышцы пресса. Теперь аккуратно опускаемся вниз. Делаем упор на ладони, толкаем себя ладонями от пола. Поднимаемся наверх, делаем упор на ладони и на колени. Запястье ставим под плечо, колено под бедро. Расстояние между ладонями ширина плеч, между коленями ширина бедер. Плечи отводим назад и вниз, шею удлиняем, за макушкой тянемся вперед. Поставьте левую ногу назад, правую руку вперед. Поднимаем их параллельно полу и опускаем вниз. Удерживаем себя мышцами спины и мышцами пресса. Вытягиваем себя за макушкой вперед, за ногой назад. Не напрягайте плечо и не тяните его к уху. Плечо свободное. А вдох и с выдохом вниз. Все делаем плавным движением, без рывков. Еще 4. Вытягиваем себя за макушкой вперед, за ногой назад. Наверху задержались. Теперь спину округляем, соединяем локоть и колено. И вытягиваем себя за макушкой вперед, за ногой назад. С выдохом вытягиваем позвоночник, удлиняем его. Спину округлили, потянули мышцы живота и возвращаемся в центр. Еще 4. 3. Шея, плечи свободны. И еще раз. Опускаемся вниз. Делаем вдох, с выдохом прогнули поясницу вниз. Взгляд направляем вперед. Вдох, с выдохом спину максимально округляем. Мышцы живота потянули. Смотрим на переднюю поверхность бедра. Вдох, с выдохом плавно вниз. Вдох и на выдохе максимально округляем спину. Растягиваем позвоночник от копчика и до макушки. Еще раз плавно вниз. Потянулись животом и поясницей к полу. И с выдохом плавно вверх. Растянули мышцы спины, возвращаемся в центр. Отводим правую ногу назад, левую руку вперед. Поднимаем их параллельно полу, плечи вниз, шею удлиняем и опускаемся. А вдох и с выдохом вниз. Держим себя мышцами спины и мышцами пресса. Старайтесь не переносить все напряжение в плечо. Плечо у вас свободное. Еще 4.
3. Дыхание не задерживаем, живот и спину держим, как в корсете. Поднимаемся наверх, спину округляем, соединяем локоть и колено и вытягиваем себя за макушкой вперед, за ногой назад. Подтянули мышцы живота и растянули позвоночник, удлинили его. Тело старайтесь контролировать и не перенапрягать его. Свободная шея, свободные плечи. Еще 4. 3. Еще 2 раза. И еще раз. Опускаемся в центр. Сели на пятки, потянулись за руками вперед. Мышцы спины растянули, расслабили. Расслабили шею, плечи. Потянулись за руками максимально вперед, ладони зафиксировали на коврике. Поднимаемся наверх, делаем упор на ладони, на кончики пальцев. Ноги аккуратно выпрямляем, поднимаемся вверх и плавно опускаемся вниз. Плечи свободные, на 2 счета вверх и на 2 вниз. Наверху задержались, потянули себе пятками назад. Удерживаем себя мышцами спины и мышцами пресса. И 2 вниз. Плавно вверх. Шею удлиняем, вытягиваем себя за макушкой вперед. Наверху старайтесь чуть-чуть задержаться. Живот и спину держим, как в корсете. Еще 4. 3. 2. Теперь постарайтесь наверху задержаться. Плечи максимально вниз, шею удлиняем, живот подобрали, спину держим. Соедините пятки вместе, и вы почувствуете, как у вас подключаются к работе мышцы бедер. Дыхание не задерживайте, дышите. Еще 4, 3, 2. Отлично, опускаем колени на пол. Сели на пятки, потянулись за руками вперед. Теперь обхватываем ноги под коленями и с круглой спиной потянулись вверх. Мышцы живота подобрали. Растягиваем поясничный отдел позвоночника. Нижнюю часть спины. Не вжимайте шею в плечи. Мышцы спины оттяните назад. Раскручиваемся до конца наверх. Продолжаем работать дальше. Садимся. Правую ногу выпрямляем. Левую согнули в колени. Отвели ее немного в сторону. Плечи опускаем вниз, работаем на боковые мышцы и на нижнюю часть спины. Положите ладонь на колено, вторую руку отведите в сторону. Из этого положения мы с вами корпус скручиваем, ладонью тянемся к стопе и возвращаемся в центр. С выдохом вниз и на вдохе вверх. Поднимаясь вверх, корпус выравнивайте, за макушкой тянитесь вверх. Старайтесь спину не округлять, спина у вас прямая. Вы постоянно вытягиваете, удлиняете позвоночник. И чувствуете работу здесь, на боковых мышцах. С выдохом только вниз. Словно вы здесь пружину скручиваете в боку. Еще 4. 3. 2. И еще раз. Вернулись в центр. Теперь согните правую ногу в колени. Поставьте к стопу к внутренней поверхности бедра. Позвоночник вытягиваем, удлиняем. Руки в стороны, плечи вниз и корпус скручиваем к прямой ноге. Спину не округляем, за макушкой постоянно тянемся вверх. Плечи раскрыты, грудная клетка раскрыта. И словно скручиваете себя в правом боку. Еще 4. 3. 2. Еще раз. Остались в центре, ноги согнули в коленях. Стопы собираем вместе, колени вместе, плечи вниз. Позвоночник вытягиваем, удлиняем. Делаем наклон за правой рукой. Возвращаемся в центр, за левой. А выдох, а вдох. Опускаемся четко в сторону. Стараемся рукой себя не закрывать. Плечо, грудная клетка у нас остаются раскрытыми. Плавно вниз. Все плавным движением. Мышцы живота подтягиваем. Если вам сложно сделать упор на локоть, вы остаетесь на ладони. Вы подбираете для себя подходящий вариант. Либо локоть, либо ладонь. Еще 4. 3. 2. Остались в центре. Теперь мы с вами выпрямляем
правую ногу, левую согнули в колени, позвоночник вытянули, раскрыли, плечи вниз, кладем правую ладонь на колено, левую руку отводим в сторону, скручиваем корпус и ладонью тянемся к стопе. С выдохом опускаемся вниз. Стараемся вытянуть себя вперед и вниз. Возвращаясь в центр, вы себя выравниваете, за макушкой тянетесь вверх, спину не округляем. Дыхание не задерживаем. Еще 4, 3, 2, и еще раз. Теперь согнули ногу в колени, ставим левую стопу к внутренней поверхности бедра. На колено постарайтесь положить на пол, позвоночник вытянули, плечи раскрыли. Отводим одну руку вперед, вторую в сторону и скручиваем себя к прямой ноге. Вниз уже не опускаемся, вытягиваем себя за макушкой вверх и корпус скручиваем, как бы изнутри себя скручиваете, подтягивая боковые мышцы, формируя талию 60 сантиметров. Еще 4. Остались в центре, ноги согнули в коленях, стопы собираем вместе, колени вместе, плечи вниз, мышцы живота подобрали. Делаем наклон в одну сторону, возвращаемся в центр и в другую. А выдох и на вдохе наверх. Опускаемся четко в сторону, стараемся спину не округлять, плечо, грудная клетка раскрыты. И делать упор либо на ладонь, если вам гибкость позволяет, вы опускаетесь чуть ниже на локоть. Словно сжимаете пружину в одном боку и в другом. Возвращаясь в центр, выравниваете себя. И еще раз. Вернулись в центр. Теперь переворачиваемся вдоль коврика. С круглой спиной опускаемся аккуратно вниз. Руки кладем за голову, пальцы за головой не сцепляем. Плечи опускаем вниз, подбородок к груди не прижимаем. Сделали вдох, на выдохе потянули мышцы живота, отрываем лопатки от пола. Теперь начинаем соединять локоть и колено, скручивая корпус. Старайтесь не раскачивать себя, вы скручиваете только верхнюю часть тела. Не тяните локти вперед, не зажимайте плечи и шею. Дыхание не задерживайте, дышите. Чувствуйте свои мышцы, прямые, косые мышцы пресса. И еще 8 раз. Еще 4. 3. 2. А теперь попробуйте сделать это чуть быстрее. Чуть быстрее. Постоянно идем вверх. Плечи, шею не напрягаем. Еще 4. 3. 2. Отлично. Опускаемся вниз. Потянули колени к себе. Немного отдохнули. Плечи расслабили. Опустили вниз. И теперь мы с вами перейдем к растяжке. Выпрямите руки и ноги. Потяните себя руками в одну сторону, ногами в другую. Потяните правое колено к себе. Теперь колено левой ладонью опускаем скрестно вниз к полу. Правую руку кладем в сторону и смотрим на кончики пальцев правой руки. Сделайте вдох, на выдохе расслабьте тело и постарайтесь и правое колено, и правое плечо опустить вниз, растягивая боковые мышцы, мышцы спины и внешнюю сторону бедра. С выдохом все напряжение с тела сбрасываем, мягко опускаемся чуть ниже, равномерно вытягивая себя в разные стороны. Возвращаемся в центр, правую ногу выпрямляем, подтягиваем левое колено к себе, плечи расслабили, опустили вниз, живот подтянули, шею удлиняем, вытягиваем за макушкой, тянемся к стене. Опускаем колено правой ладонью скрестно вниз к полу, левую руку кладем в сторону, смотрим на кончики пальцев левой руки. Не поднимайте плечо вверх, опустите его свободно вниз. Делаем вдох и с выдохом тело расслабляем и тянем и колено, и плечо мягко вниз. Растягивая бок, спину, внешнюю сторону бедра.
Взгляд направляем на кончики пальцев. С выдохом все напряжение с тела сбрасываем, опускаем и колено, и плечо чуть ниже к полу. Возвращаемся в центр. Опускаем стопу вниз. Подтягиваем правое колено к себе. Ногу аккуратно выпрямляем. Обхватываем ее под коленом. Стопу покрутили в одну сторону, а в другую. Направьте носок ноги на себя. Сделайте вдох и с выдохом мягко тянем ногу к себе, растягивая заднюю поверхность бедра, подколенные сухожилия и икроножные мышцы. Не напрягайте плечи, не старайтесь ногу с усилием тянуть к себе. Вы опускаете ее настолько, насколько вам позволяют ваши мышцы. С выдохом напряжение сбрасывайте и удлиняете, вытягиваете ноги. Теперь кладем правую ногу на левое колено. Обхватываем колено двумя руками и растягиваем ягодичные мышцы. Расслабьте плечи, опустите их вниз. Удлините, вытяните шею, потяните мышцы живота. Дышите свободно, дыханием себе помогаем. И с выдохом все напряжение с тела сбрасываем. Задержитесь немного в этом положении, чувствуя, как растягиваются ягодичные мышцы. Опускаем стопы аккуратно вниз, правую ногу выпрямляем, левое колено подтягиваем к себе, ногу выпрямляем, обхватываем ее под коленом, стопу покрутили в одну сторону, а в другую. Направляем носок ноги на себя, делаем вдох и с выдохом мягко тянем ногу к себе, растягивая заднюю сторону бедра. При этом не напрягайте плечи, плечи свободно опущены вниз. Ногу обхватывайте так, чтобы вам было в этом положении комфортно, да, чуть выше или чуть ниже, чтобы перенапряжения в мышцах не было. Кладем ногу на колено, обхватываем правую двумя руками и мягко опускаемся вниз, расслабляя плечи, подтягивая живот и удлиняя шею. Удлиняем, вытягиваем ягодичные мышцы. Опускаем стопы вниз, обхватываем одну ногу под коленом, аккуратно поднимаемся наверх, садимся, ноги полностью выпрямляем, спину выпрямляем, потянулись за руками вверх, опускаем руки через стороны вниз и делаем наклон вперед к прямым ногам. Старайтесь спину не округлять, иначе вытяжение спины пропадает. Спина прямая, плечи максимально опущены вниз, ноги стараемся выпрямить, удлинить их, как будто вас за две пятки тянут вперед. Постарайтесь вытянуть спину из таза, удлинить позвоночник. С выдохом сбросьте все напряжение и постарайтесь опуститься чуть-чуть ниже. Не перенапрягая тело, вы опускаетесь настолько, насколько вам позволяет ваше тело. С выдохом все неприятные ощущения сбрасывайте и вытягивайте себя вперед и вниз, удлиняя мышцы ног и мышцы спины. Поднимаемся за макушкой вверх, разводим стопы в стороны, садимся. Ноги удлиняем, вытягиваем от тазобедренного сустава, плечи назад и вниз, спину удлинили, позвоночник растянули, расстояние между позвонками увеличили, делаем вдох и с выдохом плавно опускаемся вниз. Старайтесь не округлять спину и не прижимать плечи к ушам, плечи свободно опущены вниз. Удлиняйте свои ноги, представьте, что надеваете два чулка на ноги и растягивайте мышцы по кости. Задержитесь немного в этом положении и с каждым выдохом старайтесь сбросить напряжение с тела и опуститься чуть ниже. Удлиняем ноги, удлиняем спину, свободные шеи, плечи. Поднимаемся за макушкой вверх. Теперь скрестите стопы перед собой. Поднимите правую руку вверх. И сделайте наклон в сторону, растягивая боковые мышцы. Если вам позволяет гибкость, можете опуститься чуть ниже на локоть, так чтобы у вас ягодицы остались прижатыми к полу. Раскрываем плечо, раскрываем грудную клетку вверх в потолок. Поднимаемся плавно вверх. А вдох и с выдохом вытягиваем себя за левой рукой. Если можете, опускайтесь чуть ниже, если нет, остаетесь на ладони. Раскрываем плечо и грудную клетку вверх в потолок.
На вдохе наполните свой бок воздухом и светом. И с выдохом вы почувствуете, что у вас растягивается еще чуть сильнее. Возвращаемся в центр. Поставьте правую руку перед собой. Направьте локоть в сторону. Удлините, растяните мышцы рук. Поменяем руку. Левая рука перед собой. Локоть направляем в сторону. Растягиваем, удлиняем мышцы. Соедините пальцы в замок, потянитесь за руками вперед, спину округлите и корпус отклоните назад. Поднимаемся плавно вверх, отводим руки назад за спину, соединяем их в замок, раскрываем плечи, грудную клетку и лопатки стараемся максимально свести вместе. Шею удлиняем, за макушкой тянемся вверх. Руки расцепили, встряхнули, напряжение чуть сбросили, сделали круг плечами назад и вниз. Кладем правую ладонь на ухо. Мышцы шеи растянули, правое плечо расслабили, опустили вниз и левой ладонью слегка давим в пол. Теперь постарайтесь вытянуть спину, удлинить позвоночник и ягодичными мышцами толкнуть себя от пола вверх. Растягиваем, удлиняем мышцы шеи. Теперь сторону меняем, кладем левую ладонь на ухо, мышцы шеи растянули, левое плечо расслабили, опустили вниз. Правой ладонью давим в пол и толкаем себя ягодицами вверх. Возвращаемся в центр, кладем обе ладони на голову, локти направляем вперед, мышцы шеи расслабили, подбородок опустили вниз, растягиваем шейный отдел позвоночника. Опускаем руки через сторону вниз, потянитесь за руками вперед, округляя спину, за макушкой вверх. Отведите руки за линию ушей, раскрывая плечи и грудную клетку. И опустите их через стороны вниз, свободно, словно расправляя крылья. За руками вперед, а вверх. Раскрыли себя и опустили руки через стороны вниз. И еще разок. Вперед, а вверх, назад. И опускаем через стороны вниз. Сделайте круг плечами назад и вниз. Вытяните позвоночник, удлините себя, почувствуйте себя еще стройнее. Занимайтесь с удовольствием. И вы непременно получите ожидаемый результат. Удачи вам!